Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю свои упражнения по сгибанию металла. Сегодня хочу согнуть вот такой вот 200-миллиметровый строительный гвоздь. Кончик у гвоздя обрезан на 190. Согнуть хочу непривычным для себя способом, оверхендом. Это значит, когда кулаки сверху, а большие пальцы снизу. Вот таким вот образом. Вот. Вот такая скобочка получается. Ну, немножко неровно согнулся, но я думаю, это не принципиально. Вот, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, укрепляйте свои руки, укрепляйте свой хват. Всего вам доброго. До скорых встреч.